Сегодня 19 число, среда, и уже завтра утром я еду в Хабаровск, я не знаю на сколько, но ночь на две, и я решила снять влог, почему бы и нет. Я не собирала чемодан, ничего это, потому что, в принципе, собирать нечего. Я готова ехать, потому что ничего не нужно, это же всего лишь соседний город, 700 километров на две ночи. А почему мы туда едем, узнаете немножечко позже. Ну, а сейчас я пойду спать, потому что нужно выспаться перед дорогой. Хотя, может, даже не выспаться, потому что в машине точно найдется время поспать. Доброе утро. Время 6:11. Мы поедем где-то, наверное, часов в 7. Ой, свет утром. А спалось, в принципе, неплохо. Первый раз я проснулась в 5:19 просто от того, что проснулся папа. Я, кстати, уснула даже с макияжем. Я не смывала, потому что, ну, я уже все убрала. Вот, мне надо будет обязательно купить новую мицеллярку. Именно мицеллярку. Потому что мне нечем смывать. Я думаю, брать ли планшет, потому что я как бы фильмы не смотрю, но в поездке, может быть, я что-то посмотрю. Ну, наверное, я все-таки скачаю на телефоне и что-нибудь посмотрю, потому что в Телеграме у меня есть прикольный канал про фильмы, и там можно скачать. Потом просто зайду в машине и посмотрю. Да, я, наверное, что-нибудь скачаю. Но не факт, что, конечно, я это посмотрю. Кстати, я встаю, смотрю в окно, а у нас идет снег. У нас идет снег. Зачем? Почему? Как? Кстати, купила я новый чехольчик за 100 рублей, потому что другие я порвала. Ну, просто я вот так вот. Что имею вот эти гигантские мне? Ну, а как мне их носить? Поэтому, ну, я ремень не хочу надевать, поэтому я просто взяла и, блин, подвернула их. То есть, вот. Нормально. Сейчас мы уже поедем, минут через 10. Как раз-таки сейчас время без 7. Ребята, где вы еще такое видели, чтобы в апреле шел снег? И ты выходишь в кроссовках, но мама заставляет идти в шапке. Я угораю, честное слово. Это прям вот летние кроссовочки здесь, дырочки здесь, подошвы. Короче, это прям летняя обувь. Зато можно было выйти мне в них, когда у нас выпал снег, а без шапки нельзя. Ужас. В общем, все, я надеваю носочки, сейчас буду спать. Сначала я на последнюю плиту буду одна, а потом поменяюсь с кем-то. Сейчас буду реально спать. В общем, уже прошло 2 часа, здесь 2 часа. Я спала, типа. Но я была, знаете, типа, в полусне. Я все слышала, в принципе. Идите, жопу. И вот. Еще и скачала фильм. Думаю, когда посмотреть. Вот знаете, не реально тут по сути не сплю. Поэтому я сейчас опять 55 минут. 55 минут реально, может, сейчас я поспала. Рядом где-то орут гуси. Прям довольно-таки громко. Так, ладно, я кушаю сейчас коктейль и печеньки Белвита. Вот, конечно, штатив, который у меня сейчас я сделала. Это же я сейчас вам покажу. На улице, кстати, очень холодно, без шапки реально невозможно. Штатив — это... Ух.
Все, мы заселились, чуть попозже покажу, как чу выглядит. Я сейчас подкрасилась, наконец-то, ну, в принципе, отлично выгляжу, ну, как отлично, в сравнении с тем, с чем я ехала. Ванна, кстати, выглядит вот так. Здесь у нас прихожая, такой большой шкаф, он, кстати, очень даже прикольный. Единственное, есть такая планировка дурацкая, неудобный шкаф. Блин, а как? Я прищемила себе палец. Сейчас мне уже нравится, как здесь шкафчик прикольный такой. Здесь что это? Ну, это как бы это. Блин, я не знаю, как это даже описать. Ну и просто зал, что это. У нас, кстати, здесь прикольный вид такой довольно. Такое большое окно. Понравилось вот это вот окошко, оно такое прям, ну, прикольная у него планировка, правда, мне очень нравится. И вот такой вот вид именно здесь открывается. На балконе я не была. Ну, такой, знаете, это что вообще, если что, мы не в гостинице, а в съемной квартире, потому что, ну, не знаю, мы стали в последнее время именно снимать квартиры, а не брать гостиницы. Собственно, такая кухня, как бы обычная квартира, но камон, мы приехали сюда на две ночи, что еще нужно? Да ничего, ладно, переночевать, все. В общем, все, мы сейчас поедем, я с вами в торговом центре, повторюсь, а мой брат, папа и сестра будут на концерте. Такие дела. Я, наконец, собираюсь вкусной точкой, я очень жила этого момента. У меня, кажется, очень много бонусов всяких. Ну, там, сертификатик, там, картошка фри в подарок, либо пара продуктов там за 100 рублей. Очень выгодно, очень круто. Помните канал. Фигня. В общем, я воспользовалась этим читерством. Мы сэкономили около 150 рублей на заказе. Это очень круто. Смотрите, такие кроссовки меряю. Это шоу Африфабрик. Выбрали пару вещей, это не мне. Я вот себе синие штанишки. Сейчас вам покажу, какие. Вот такие вот, только синие, взяла SXS. Это я очень хочу сильно эту вещь. Я когда еще тогда была в Хабаровске и увидела эту кофту, я очень хотела, просто я не мерила. И вообще, когда увидела футболки Лавис, я тоже влюбилась. Но я сейчас померила кофту, посмотрите, мне очень нравится. И причем это размер S, она такая маленькая, ну так она сидит, а вайбово, просто очень сильно хочу. Тут на 1X, сейчас на широкоугольную камеру вам покажу. Нет, очень классно, очень классно. Все, пока смотрим. На прозрачном лифте. Все, мы закупились. Как вы знаете, мой брат, моя сестра и папа были на концерте, и я бы хотела показать вам оттуда видео. Смотрите. Тут присутствуют авторские права, поэтому я буду соблюдать правила. Если вы хотите посмотреть, переходите в мой телеграм-канал. Ночью я сейчас иду спать, я сейчас поснимаю тиктоки и все. Кофточка просто, я не знаю, офигенная. Всем доброе утро. Ой, блин, прикольно реально выглядит. Красиво, мне нравится. Я уже накрасилась, потому что вдруг мы как резко сейчас соберемся куда-то, и потом у меня будет одна минута, за одну минуту я ничего не успею. Вот. Мы в торговом центре, мы зашли в какой-то рандомный магазин, увидели там куртку классную, собственно, я ее купила. Ну, не купила. Еще очень классно. Она такая
розовый. Я очень хотела розовую куртку, правда, очень хотела. Опять идет снег. Какой, блин, снег, когда будет уже тепло? Я хочу хорошую погоду. Это вот что такое? Вчера кол помыла. На фоне Хабаровска, яу. Блин, снег, конечно, вообще не радует. Ну, реально надоело. Хочется уже теплой погоды, а не так. Ладно, тоже что-то снимать. Статус WhatsApp, наверное. Я вспомню, ты надеюсь, что-то найду, но я хочу какой-то органайзер, потому что мне прям органайзеров вообще не хватает. Мне реально не очень нужны. А, например, на Валберсе не стоит 800 рублей. Куда? Куда? За что? Наташа очень счастлива. Давай, Наташа. Наташа очень счастлива, что она идет в цветочный магазин Леруа Мерлен. Что тут интересного найдешь? Я люблю цветы, поэтому хочу посмотреть. Давай. Люби цветы. Сенсивирия Лауретти. Почему я не могу это сказать? Лауретти. А сколько? Красиво так, смотри, по все дерево такое. Пойдем направо. Я хочу найти органайзер. Кстати, камины в дом будут красивые, да, пап? Я хочу найти органайзер, но я ничего не понимаю, куда идти. Я просто уже обычный органайзер. Я увидела на сайте то, что есть органайзеры. И, ну, да. Поролон. Или что это? Утеплитель это. Светом валяется на балконе. Кстати, у нас на балконе тоже такой же. Минут 20 спорили, какой цветом ковер, такой или серый. В итоге ничего не взяли, потому что мама на меня разозлилась, потому что я не хочу серый. Короче, там все прям очень резко начали брать орхидеи. Прям очень-очень много, там 1010. Причем они типа нормальные цены, 1444. При этом есть дешевле, прям напали люди, прям набирают очень много орхидей. Мы пытаемся какую-то акцию воспользоваться. Леди Гага. Чайно чек порвала по каждому заказу. Покажи, пип-поп подними. Короче, там жесть, там на пузе очень жестко до сих пор. Сейчас я покажу тестированную. Ой, жесть. Лоб, подними лоб. Лоб, нет, ну, челку, челку, челку. А, ой. Короче, он там прям на животе, на тесте. Там вот здесь вот тоже красно там все. Там прям жесть. Ужас. Картинцы, похоже, очень. Ну, там даже еще сильнее. Я хочу вам показать, что мы купили за дом яблоки. Тут вот 20 пакетика. Это именно сегодня, а так мы еще там были вчера. Что я там купила? Подождите. А, я купила вчера мицеллярную воду там в Неве. Все очень хорошее, реально. И просто духи. На самом деле они очень дешевые. Они стоили всего 500 рублей. Но знаете, какой запах? Очень вкусно пахнет. Давайте сейчас их распечатаем. Я наткнулась на эти духи случайные. И я просто, не знаю... Я просто взяла, подошла рандомные духи, пшикнула первые, это были вот эти, и они мне сразу понравились, то есть это судьба. Он, кстати, вау, у него такое прикольное качество у флакончика, он такой тяжеленький. По баугам, и знаете, такой молочный коктейль, смотрите, блин, молочный коктейль делают, кислородный молочный коктейль со вкусом по баугам, вот. Очень вкусно пахнет, мне очень нравится, они такие сладенькие баблгам. Да, еще, кстати, я сейчас пойду еще раз померяю свои кроссовки Reebok, которые я купила, потому что я хочу их просто померить, пошагать, не еще кушаю сухарики. Кольцо мое, если там нашла, слава богу, у меня аж прошлись мурашки, потому что, правда, было страшно. Слава богу, реально, ух.
Я, кстати, сегодня покушаю еще вкусная точка, но на этом точка. На этом точка. Последний день, когда мы это едим. Вот, ну и тем более брату нельзя, поэтому зачем только я? Только я поела, по сути, я поела деревенскую картошку. Вот такую мицелику вчера купила. Очень реально хорошая. Ну, я не знаю. Мне прям очень зашла она, потому что она смывается с первого раза. И нет вот этих вот потеков. Короче, показываю, как я всегда смываю косметику. Потому что некоторые девочки, они смывают просто вот так или тянут свой глаз нафига. Вот эта лярка, вы должны просто приложить к глазу и подержать некоторое время, так сказать, чтобы тушь, она... В общем, чтобы мицеллярка начала действовать, и потом просто смываете вот так один раз, аккуратненько. Не, ну то есть просто не надо делать вот так, зачем? Можно нормально все смыть, просто, ну, спокойными движениями. И при этом не растянуть свою кожу. Вот и глаз. После этого видео я ничего не снимала, так как дальше мы ехали просто домой. Но единственное, что было интересно, это мы встретили 3 пожара. 3. И, кстати, если ты досмотрел до этого момента, обязательно пиши вот этот смайлик в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока!